Компания Honda вывела на европейский рынок еще один кроссовер под названием ZR-V, который по сути является уже известным HR-V, продаваемым в Северной Америке. При этом для Европы паркетник отличается решеткой радиатора и бамперами, а под капотом находится исключительно 2-литровый гибридный силовой агрегат, который работает с бесступенчатой коробкой передач и передним приводом. Информации о производительности пока нет, но такая версия также продается в Японии и предлагает комбинированную мощность в 181 лошадку. Однако на местном рынке кроссовер доступен с полным приводом. Новинка должна поступить в продажу этой осенью, чтобы составить конкуренцию для Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan и других популярных моделей. Ведь, как мы знаем, в настоящее время много кроссоверов не бывает. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!